«Узнай Барнаул сам». Так называется экскурсионный маршрут в мобильном приложении «Дубльгис». Его создатели говорят, что с помощью этой программы турист может самостоятельно изучить город, не прибегая к услугам экскурсовода. Мы решили проверить, насколько это удобно. Открываем приложение, находим раздел «Интересные места» и далее выбираем подборку «Узнай Барнаул сам». Изучаем список исторических памятников и прокладываем желаемую тропу. Правильно ли держим путь, покажет навигатор. Если нажать на изображение парка или мемориала, можно прочитать историческую справку. Однако не все жители и гости города одобряют прогулки с помощью гаджетов. Походить это уже не то, а то вживую это по-настоящему, увидеть природу, там, например, здание посмотреть. А чем экскурсовод помогает в этом случае? Он рассказывает, историю рассказывает, как правильно там все это создавалось. Это интереснее, когда человек рассказывает тебе что-то интересное за этот город. Как бы так вот. Мы сами гуляем. Мы достаточно свободны при этом, в этом случае. Нас не сковывает экскурсовод, наши действия. Прогулка начинается от Демидовской площади. В список интересных исторических мест также вошли пешеходная улица Молотобольская, ресторация «Горная аптека», Нагорный парк, набережная. Всего 12 культурных объектов. Завершается самостоятельное путешествие по Барнаулу на Купеческой улице Льва Толстого. Историки говорят, маршрут достаточно компактный и удобный, но его можно расширить. В городе намного больше интересных мест. Памятники деревянного зодчества, которые у нас находятся и на Красноармейском, и на Ползунова, и на Анатолий, на Интернациональной. Я бы включил туда и памятники истории и архитектуры советского периода. Это район проспекта Ленина, площади Советов, площади Октября. Я бы включил туда и некоторые памятники промышленной архитектуры, такие как, например, дрожжевой завод. Приложение, уверены экскурсоводы, не составит им серьезной конкуренции. Они считают, что программа хороша для популяризации городского туризма. А вот дополнительные факты и легенды можно узнать только от профессионала на организованной экскурсии. Подытожим. Если вам нравятся долгие пешие прогулки, лучше всего обратиться к экскурсоводу и узнать об истории Барнаула более подробно. Но если у вас мало времени, а вы хотите прогуляться по красивым местам, открываете приложение – и вперед! Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.